Я его снимал на улице, прям на телефон. Угу. Потому что он занимался тем, что он ездил по улице. Музыкальный ребенок. Да, я что-то в какой-то момент услышал, что он вот поет в тональности, которая нужна. Я его заснял. Музыкант не пытается подражать водосточной трубе и не пытается ее имитировать как можно лучше. Благодаря вот этой программе я узнал вообще, что такое музыка Beatles, потому что я не слышал ее до этого. То есть я слышал какие-то песни, как Yesterday, Michelle, я их ненавидел, потому что они были из каждого чайника. Он, когда доктор Ватсон ему рассказал про то, что солнце не крутится вокруг Земли, а все наоборот, Шерлок ему сказал, да, возможно, но в моем деле это не пригодится. И если ты не полный идиот, и если ты свое «я» на время засунешь немножко на задние места, то ты приобретешь профессию. Ты научишься играть на саксофоне. До того момента, пока я что-то начинаю делать руками, я очень долгое время все прорабатываю в голове. Вот. И после того, как я уже приступаю к рулению там, ручек, рисованием и так далее и тому подобное, у меня уже есть четкий план того, чего я хочу сделать.